Привет, друзья! Привет! Итак... Доброе утро! Доброе утро! И, как всегда, закон подлости. Ночь простояли... И день продержали. Вон в той бухте. Дул ветер, там что-то 10-15, нас мотыляло. С рассветом, думаем, выйдем, поставим парусочек. Вышли, поставили парус. Ну, сейчас будем собирать, скорее всего. Идем. Как дохлый. Полтора узла, да. Ну, короче, такое. Ну, сейчас закинем удочку, будем пробовать рыбачить. Ну, хоть что-то уже, да. Да. Может, нам лучше повезет. Лучше медленно идти, чем болтаться. Да, да, потихоньку пойдем. Закинь-то впереди. Выкатывается шарик. Все говорят о зеленом этом луче, но что-то мы уже сколько наблюдаем, не видели. Но я думаю, увидим. Это пить надо больше, наверное, чтобы увидеть зеленый луч. И белочка еще прыгает на нем. Перестроили теперь свой образ жизни. Только солнышко прячется, мы спать ложимся. Ну и с рассветом. То есть все рассветы и закаты, все наше. Вот так. Это прикольно. Сейчас пока сильно скорость не набираем. Три узла идем. Пока на рассвете попробуем кого-то упоймать. Да и зачем? Три часа ходу, как раз придем в 11-12. Идем на вот этот пляж. Как он называется? Наваго. Наваго. Там идет этот корабль там на пляжу выброшен. Как мы давно хотели туда попасть. Да, ну вот, мечты сбываются. Короче, пойдемте с нами. Не важно на какой яхте, но мы туда попадем. Ну да. Итак, ребята, ура! Появился ветерок. Померил я его ручным этим анемометром. Около 10 узлов. Поставили парусочек. Идем остро. По флагам можете увидеть как. Ну, 3,8, 4 узла. Но он прибрехивает в меньшую сторону. По Навиониксу показывают где-то 4,3, 4,5. Ну, классно. Релакс. Релакс. И лодка хорошо идет к ветру. Мне нравится. 30 градусов точно к ветру идет. Хорошо. Вот мы сейчас балансируем на грани. Ну идет, идет, классно. О, почти по стрелочке, если увидите, вообще, ну где-то 30 градусов есть. Нам немножко надо
не на край острова, а немножко где-то к серединке. Ну, вот так вот. Но так идти не можем. Ветер, потому что чуть другой. Сейчас пройдем немножко прямо, а там потом этот самый поменяем галс, да пойдем другим галсом к этому, к острову, ой, к бухте к этой. Короче, погнали. И мы практически у цели. Вон уже кораблик виднеется на пляже. Да, его плоховато еще. Да, еще как раз солнце светит. Сейчас мы поближе подойдем. Вот она, знаменитая бухта Навагу. Остров закинулся. Куда парковалась с Орлариста? На какой пляж? Вот тот там? Да. Там, где корабль? А там тоже груз. Нет, он там чуть меньше. Вот, Оля, не груз. А сверху там деревья, да? Или трава? А, нет, деревья. Подожди, я хочу снимать. Я снимаю сейчас. Давай. Давай, давай. Сейчас, друзья, посмотрим с носа. Надо заякориться, потом уже снимали. Я быстренько. Сейчас первое впечатление. Очень красиво. Очень красиво. Очень хорошо. Вот он, кораблик. Ай, какая красота. Какие гроты. Пляж. Не соврали. Красиво тут вообще. Класс. Итак, друзья, дошли мы. Кинули якорь. Пока выпустил где-то 2,5 глубины. Боюсь. Ну, ветра нету. Боюсь, чтоб нас туда не этот не потянул, а потом проныряю, посмотрю, добавим, может быть, чуть-чуть станем ближе туда или ближе к серединке. В общем, это круто. Закинтосия, ура! Меня бумом по голове огрело. Лоу. Прыгайте. Ушли. Какая водичка. Маша. Как дела, Маша? Попробуй прыгнуть сначала с маленькой. Вот с маленькой сначала. Да, попробуй с маленькой прыгнуть. Это прикольно, когда ты воду так замыриваешь. Только нос закрывать надо. Да. Ну вот мы и добрались, ребята. Вот это Закинтос. А вот команда расслабляется. Класс! Закинтос! Нравится всем? Да! Да! Ура! Только Ар, я его еще не видел. Да, аквариум. Смотрите. Кидаем. Хоба! Спагетти. Спагетти превращается. Превращается спагетти. Давайте, давайте, из твердых сортов, все как положено. Да, в Лидле купили, хорошее. Хорошее. Немецкое качество. С томатиком еще. Что они хотят? Наелись, что ли? Они стесняются просто на камеру. Подожди, сейчас ниже опустится. А вон она увидела. Зрела уже маленькая. А вон их целая стая уже погнала. Обликует. Все. И нету макарошки, да? Опа. А, одну. Утащила. Хопа, хопа.
Что-то еще осталось. Подкормили, короче, тут себе. Да все, разорвали. А я нырял, видел октопуса. Ира не хочет, говорит. Нет, его надо 100 раз об камень фигануть. Ну, он такой интеллектуальный, я к нему подплываю, он такой раз. Как там рыбы обижали. Рыбы на него напали. Короче, да, мы такие... Такой. Всех жалко, короче, такое. Рыбу убью, застрелишь, там, поймаешь, жалко. Короче, ладно. Сейчас туристы рассосутся. И мы пойдем на дело. И я занырну, потому что... А кто его знает, может, тут какая заповедная зона. Я рыбку стрельбану, а мне 5000 евро пенальти влупят. Что эта рыба поперек горла станет и вообще... Лучше не рисковать. Лучше не рисковать. Сейчас все уедут, вечерком я нырну парочку, шибану хорошеньких, которые понравятся на обед, чи на ужин. И все. Да, и будем хорошо дальше ужинать. А сейчас мы лучше поедем на пляж. В камеру говори. Сейчас поедем на пляж, поближе к кораблику, сейчас туристы рассасываются. Да. Все уехали. Пока, туристы, пока. Так что настало наше время. Юху! Закинь пляж на вагу только наш. Только наш. Корабль только наш, этот железный будет. Да ёж. Отправляемся на берег. Четверо в лодке, не считая не кошки. Считая кошки. Ну, нормально, все, поместились? Да. Да, вроде бы. А кошка успокоилась. А хочешь понюхать мою руку? Не ухает, так думаешь, Валя? Только ни в коем случае не давайте ей пить воду. Какая-то же история у этого корабля есть, да? Ну да. Так, ребята. Выбросился именно здесь прям. Перевозил что-то контрабандист. Ну, ага. Нелегалов, наверное, вез сюда. Я представляю, сколько есть. Сколько эмигрантов там поместилось, да? 2000, наверное, они там штабелями лежали, наверное. А вон лодочка стоит, скучает. Птичка-фрукт. Птичка скучает. Глянь, какой грот. Класс. Поехали сейчас. Поехали в грот. Туристы уже потихонечку рассасываются. Давайте, давайте, уходите. А туда снова приплывает, как-то Закинтос будет наш. А гляньте, там какие-то скульптуры камень. Картинка, ребята, для всех одна. Хоть ты с вот такой яхты, хоть с вот такой яхты, хоть с вот такой яхты. Одна картинка для всех. А у нас ресторан на воде. Да. Макароны сегодня, пасту ели. И дорадки ели тоже, да. И дорадки ели. Оказывается, рыбки здесь любят рыбки макароны. Рыбки тоже любят. Да. Макарошки. А мы любим рыбку. А кошка любит релакс. Скажи пару слов. Пошли о своей жизни. В жопу. Как вы уже задолбали, дураки такие. Поплывем в грот. Хозяева достались. Так, посмотри, чтобы мы там на мель не сели. Маша, смотри, чтобы на мель не сели. Камень все увидишь, я заднюю буду включать. А водичка какая, а? Ой, мое личико. Просто, просто голубая водичка. И если туда сунуть руку, ее будет видно. Тут даже дно видно, не то что руку. Ага, а там видно, собака что-то. Или так что можно, да. Ой, собака, вот это проблема. Собака это проблема. Собака это проблема для нас, да? Ой, еще там чай. Ты видела там? А вот это, ребята. Грот. Грот. Маша немножко побаивается. Да я не хочу туда плыть, хочу на берег. А вдруг там не течет мой судовик? И они сейчас на нас все кидут. Это наш грот, валите. Здесь есть еще какие-то маленькие дырки. Может, тут дайверы это плавают. Смотрите, мониторьте дно. Что это там? Дно глубокое, а тут глубина. Что не видишь. Я не вижу. А я вижу. Ты ж выше. Ой, так там дальше что-то есть. Сейчас, может, мы это пройдем. Ой, стой, стой! А? Где? Под лодку. Под лодку? Ну, вот камень, он такой цветом, как камень. Такая, как бабочка. Дрожит, Ария. Дрожит? Глубину мониторя. Глубина большая. Дрожит. А
Мария дрожит. Кирюха, вот так вверх поснимай. Вверх, глянь, какие мы. Мария дрожит. Вау. Эхо. Да, тут эхо. Большое. А там еще пещера. Нет, алло. Мы туда не плывем. Поплывем. Да, да. Мария дрожит, бедная. Как глубина? Глубина на море. Глянь, Кирюха, смотри. Там маленькая совсем. Я видел ее, я же говорил, когда это дайвер. Это глубина и вот так. Да. Нет, мы туда не поплывем. Одна, одна, я туда вас... Смотри. Вау. А вот там, по-моему, на летучие мыши живут. Ну да. Ага, это их обитель. Это куда придешь? Или туда? Так ты говоришь маленькую. Нет, я говорю большую. Да я боюсь туда. Я тоже не хочу туда плыть. В следующий раз давайте фонарик. Да что-то я боюсь. Ария боится. А вот, по-моему, к нам лодочка плывет, тоже на закинтос захотела. Какая лодочка? А вот, видите там? Так... А, это наша. Не, наша. Нет, вон. Наша а, значит, а хочет. Это тоже плывет, да. Ты что, думал, наша яхта? Что с глубиной? Наверное. Глубина нормальная. Нормально. Держи, Кирюха. Снимай. Снимать? Куда? А ну, еще работает? Да. Это глина, наверное. Нет, голубая. Это песочек. Это песок. А, песок. Это голубая просто вода. Ой-ой-ой. Но здесь да, надо да. будет нагинаться. Да. И капает что-то себе. Не-не, возвращаемся. А давай, что-то. Не кричи. Нет. Не кричи. Баня боится. Мониторим глубину. Мониторим глубину. Не, мы дальше не будем. Надо что-то говорить. Какого хера вы сюда плывете? Я вас сейчас тут размотаю. Берите, все, плывем назад. У меня уже весла цепляются, не могу проехать. Все! Нормально. Нет, возвращайся! Маша, не кричи. Это голубая пещера. Сейчас обвалится гора, не кричи, говори. Она разговаривает. Она разговаривает. Пойдите сюда. Попрыгни туда, можно даже. Тоже поплыл. Кто? Это какая-то креветка. Креветка поплыла. Ну, я туда по ширине не пройду. Там весла мне не пройдут. Да. Можно весло одному, одну. Ай-яй-яй, тимя. Лёша, ты со всеми. Это даже я начинаю очковать. Смотри, можно мне их где-то? Не надо. Все, там тут. Все, пошли назад. Все, назад. Все, назад. Говорю же. Говорю жирно, хочу сказать. Стремно как. Да, там, конечно. Тема такая. Да. Мария же девочек. Как вы говорите, как по-вашему? Страшно. Очканул, да? Очканул. Не, как страшно. Крипово. Крипово. Да. Когда тебя сильно крипануло. Крипануло сильно. Сюда что-то. Можно вот занырнуть именно. Именно, нет, да. Ну это они. Мамаша, не кричи. Что-то капает с горы. Страшно как. О, страшно, а так как скажи. Маша аж испугалась. Вообще. Аня все дрожит. Говорю, вот да она уже не дрожит, она уже устала бояться. Сердце закололо. И у Ариаши тоже. Смотри, какие у нее глаза. Она думает, блин. Она уже от нас чуть не остранились. Ничего не боится. Ой, какие глаза. Все, идем назад. Мама, я думаю, она будет как червячок ходить. Помнишь, мы когда на пляж ее ловили? Да. Сядь ровно. Там чайка ходит. Она ручная, если да, то я ее забираю себе. Нам еще чайки только не хватает для полного счастья. В общем, ребята, у нас, если камера вырубится, мы поставим новую батарею, так что... Так что не переживайте. Папа все равно смонтирует видео потом, классно. Да. К тому же у нас нет, по-моему, времени на монтировку. У меня уже жопа болит, сидеть на этой фигне. На камушке? Это не камешек, это... Ла-ла-ла.
Ляньте, ляньте, быстрее. Попрыгали стайкой. Попрыгали стайкой? Я сижу на камушке. Ла-ла-ла. Здесь есть солнышко. Лянь, чайник. Здесь все есть. Счастье, здоровье, да, все только есть. Только здесь ягоды нет. Любимая женщина. И любимая смотри. Женщина, да. Любимая кошка, чайка. Любимые дети. Да. Видишь? Любимая рыбка. Любимая... И любимая чайка. Только октопуза не разрешает мне. Не разрешаю октопуза. А я жалко. Что с ним делать, а если увидите, то передайте, передайте ему. Надо было кранцы вывалить. Да, я же думаю, он опытный это... парень это, наверное, идет камень. Сюда. Не станет рядом с нами, я надеюсь. Хватит и у него такое, мозгов. Мозгов. Что это такое? Это чаечка. Нет, нет, вот это. О, это чайка к нам подходит. Видите? Она к нам подходит. Она к нам подходит, Ария. Она сейчас унесет ой, тебя. Какой-то чайка. Гляньте, горшок какой. Сетка. Там тоже рыбки. Все, мы высадились наконец-то. Сейчас парни подымут тузик. И мы идем гулять. Ария, не... чего ты ползешь по песочку? Ты куда, домой? Не классный, я говорю, на круто! Вот он, этот легендарный корабль контрабандистов. Интересно. Но он уже весь такой прогнил. Подрассыпался чуть-чуть. Да. Нужен ремонт. Хорошенький, да? Ля, там надписи. Москва там. Это эти дикари расписали. Нафига писать на нем? Ля, даже позалазили на трубу, написали. Интересно. Лебедка якорная. Какая хорошая. Можно снять. Да, надо поставить себе такую мощную. Внутри он там какие-то деревянные компоненты. Даже провода еще какие-то. Ага. Даже там подсвечивается ночью. Да, конечно. Прям тут тебе электростанция. Такой корабль. Скоро от него ничего не останется. Лет через 20, наверное. Да, такое. Ты что, там арбузы закапываешь? Арьяшка боится, трясется. Да. И тут понаклеивали на него. Такой у него радар. Нельзя туда. Вот так у Ирины проходит день. Прям моет посуду. Посудомойки. Посудомойка. Тарелочки чистые. Блестит, а? Блестит. Морская вода очень хорошо отмывает. Да. Супер. Блестяще. Болтанка. Попали. Ну ты и болтанка. Немножко попали в болтанку. Но зато, ребята, посмотрите, какой вид. Сегодня никого нету. Весь пляж оказался наш. Какой вид, такие горы, такая бухта. Просто супер. Итак, ребята, как говорят яхтсмены, яхтинг это не только релакс, но и ремонт в самых красивых местах нашей планеты. Посмотрите, где мы ремонтируемся. Это Греция. Пляж Навагу. Пляж Навагу. И при вчерашнем переходе у нас развалились вот эти вот деревянные ролики. Эти ролики стояли на погоне
с таксельшкотом. Оба ролика развалились. Смотрите, один я уже поменял. Вот такие вот поставили. А, ну-ка. Так что дальше мы можем сейлить. Опа, как круто, крутить оверштаги и все, что хочешь. Ну и второй сейчас буду менять. Смазываю силиконовой смазкой, чтобы мягче ходил. Ну, как-то так. Короче, продолжаем. Идем и ремонтируемся. Да, уже не свою лодку, но тоже ремонтируемся. Да. Ну что, прощаемся мы с пляжем Навагу. Тут очень классно, конечно. Но нас уже тут уболтало. Мы уже решили пойти дальше, на север, да? С севера будем обходить. Ну да, с севера и пойдем по восточному побережью. Да, тут очень классно, но очень болтает. Тут стоять некомфортно. Мы держались как могли. Пока! Да, вот там, где Настюха и Влея. Там камнепад. Там очковито что-то. Там крючок. Так, бери чуть левее. Вот тут банка, чтобы мы тут не встряли. Во, вот так, да. Сейчас выйдем и парусишки поставим. Парусишко. Вот такой вот пляж Наваро. Ну прикольно, Наваро. Прикольно. Наваго. Наваро это для этих, которые приходят. А, они навариваются. Для них пляж Наваро.